братья и сестры, присаживайтесь, пожалуйста. Церковь, братья и сестры, я вас сердечно приветствую, любовью Господа нашего Иисуса Христа в этот вечерний час и желаю Господних благословений для каждого из вас, кто пришел в дом молитвы, для того, чтобы еще раз поклониться нашему Господу, который достоин хвалы, благодарения. И мы пропели общим пением очень прекрасный псалом, и там в припеве такие слова: «Знаю я, ты всегда со мной, в обещании своем ты верен». Аминь, братья и сестры. Господь верен в своем обещании, правда? И как хорошо и как приятно ощущать вот это присутствие нашего Господа в моей, в нашей жизни, потому что Господь, Он всегда показывает правильный путь, по какому пути нам идти для того, чтобы наследовать ту обитель, которую Господь пошел приготовить для любящих Его. Слава Господу за то, что еще раз, вот во второй раз Господь дает нам возможность, когда мы приходим в дом молитвы, когда
мы в наших молитвах, в наших желаниях открываем свое сердце, и Господь отвечает на наши нужды, на наши желания, на наши просьбы. Давайте, у кого есть Библия, откроем Ветхий Завет, это книга Второзакония, 11 глава, прочитаем 31 стих. Книга Второзакония, 11 глава, 31 стих. «Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам, и овладеете ею, и будете жить на ней. Ибо вы переходите Иордан». Спустя 40 лет израильский народ приходит к обетованной земле, и их разделяет Иордан. Израиль и обетованную землю разделяет Иордан. И вот Моисей новому поколению, людям, которые пришли войти в эту обетованную землю, он напоминает и говорит, что вы перейдете этот Иордан. Давайте мы немножко вот вспомним. Я знаю, что все читающие Слово Божие, вы хорошо знаете Писание и знаете эту всю историю, как Господь выводил израильский народ. Но тем не менее, давайте мы немножко вспомним, начиная с того момента, когда Господь избирает Моисея для того, чтобы он пошел обратно в Египет и вывел израильский народ. И с того момента, как Моисей приходит туда, в Египет, и когда начинаются издеваться вот эти казни, и Господь говорит Моисею: «Ты иди к фараону и говори, а я ожесточу сердце его». И мы знаем, что сколько происходило вот этих казней. И вот эта последняя казнь, когда израильский народ должен был взять иссоп и помазать косяки дверей, потому что Господь сказал, что в сию самую ночь пройдет ангел-губитель, и в каждой семье от человека до скота первенец будет умерщвлен. И мы знаем, что когда это все произошло, то даже египетский народ, он торопил, чтобы израильский народ выходил, потому что они говорили, что мы все умрем здесь. И вот Господь выводит этот многочисленный народ, и этот народ идет по этой жизненной пустыне. И мы видим, что сколько они видели вот этих великих чудес и знамений в следовании в эту обетованную землю, когда Господь их вел. Но несмотря на это, этот народ, он много раз как бы обворачивался назад, он роптал, он говорил: «Неужели нету гробов там, в Египте, что ты вывел нас сюда?» И много-много Господь посылал милости своих для этого народа, и посылал мясо, и посылал хлеб с неба, и давал воду со скалы. И вот было время, когда они пришли к этому Иордану, они послали соглядатаев туда, в эту землю, и когда вернулись эти люди и рассказали, что там происходит, мы читаем, Священное Писание нам говорит, что нашлись такие люди, которые начали говорить, что нет, мы не пойдем, мы не сможем овладеть этой землей. И снова уходят они на долгое время туда, в пустыню. И спустя 40 лет уже новое поколение возвращается. И Моисей говорит: «Ибо вы переходите Иордан, чтобы пойти овладеть землею, которую Господь Бог ваш дает вам, и овладеете ею, и будете жить на ней». Почему мы об этом вспоминаем? Почему мы очень часто слышим из истории израильского народа, что вот так израильский народ на протяжении многих лет поступал? Казалось бы, что видя то благоденствие, ту божественную руку, которая вела их по этой пустыне, что они ни в чем не нуждались, что вещи их не ветшали. И несмотря на это,
Они роптали, роптали на Бога, роптали на Моисея. И все равно Господь, вот пришло время, когда привел к этому Иордану, и им надо перейти этот Иордан. И не просто перейти этот Иордан, а перейти и овладеть. Для народа предстояла очень сильная война для того, чтобы овладеть этой землею и владеть ней, как мы прочитали. И мы видим, что на протяжении вот этого времени только Иисус Навин и Халев, они остались верны Богу, которые уповали на великую и спасающую руку нашего Господа. Мы прочитаем второй текст Священного Писания, который записан в 10 глава, 6 стих. 1 Коринфянам, 10 глава, 6 стих. Записано так. «А это были образы для нас, чтобы мы не были похотливы на злое, как они были похотливы». И сегодня, придя в дом молитвы, как утром, так и вечером, Господь учит нас через свое святое слово. Он дает нам желание приходить для того, чтобы мы могли не только вот побыть в общении, увидеть друг друга, но прежде всего прославить нашего Господа, поблагодарить, чтобы Он дал нам силы, чтобы мы могли побеждать, чтобы мы были верны Ему, вот так, как были верны Иисус Навин и Халев. И мы видим вот эти обетования, которые дает нам Господь. Это записано в Римлянам, 8 глава, 12 стих. Апостол Павел пишет так, послание к Римлянам, 8 глава, 12 стих. «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти». То есть мы должны обогащаться духовно, мы должны вот черпать у нашего Господа силы для того, чтобы преодолевать вот этот жизненный Иордан, который мы встречаем очень часто на нашем жизненном пути. И Господь для того и пришел на эту греховную землю, для того, чтобы разрушить вот эти дела дьявола. И Он показал вот этот путь превосходнее, по которому нам нужно идти, для того, чтобы дойти до той вечности. Потому что Господь, Он отдал самое дорогое, Он отдал Сына Своего Иисуса Христа, для того, чтобы мы имели жизнь и жизнь с избытком. Мы еще прочитаем сегодня, как необычно, я так подобрал немножко побольше прочитать текст Священного Писания, чтобы мы как-то могли больше рассуждать. Итак, мы прочитали, что апостол Павел говорит, «Итак, братья, мы не должники плоти, чтобы жить во плоти». Потому что мы знаем, что в человека всегда происходит вот это борение, да? То есть дух противится плоти, а плоть противится духу. Поэтому Писание нам говорит, что мы не должники плоти. То есть мы должны побеждать вот эту нашу плоть, которая так часто восстает на нашу душу. И мы часто, может быть, выполняем желания своей плоти, но не то, что говорит сегодня Духом Святым Господь. И как мы слышим вот, когда Дух Святой говорит нам, вот я в воскресенье был на посещении, там наших брата и сестру посещал, и привел такой пример из своей жизни, когда я приехал в Америку, 5 детей, и буквально на следующий месяц сняли нас с велфера, я попал на программу Calwork, мне надо было работать 35 часов в неделю, и жена говорит, Толик, вот там бы шторочки подцепить, надо как-то, я привезла с собой, а я уже устроился работать токарем, а там у хозяина целый такой длинный стол, вот как мы на хлебопреломление ставим, и все уже испорченные, то есть использованные уже сверла. Ну, я взял пару сверл и в салфетку замотал и поставил в карман. А сам хожу и думаю, ну, я ж не спросил хозяина, хотя они уже ни к чему не годные, они уже использованные. Я взял их, выложил на следующий день, я подошел и объяснил, как смог.
что вот так и так, я такой приехал, и мне надо пару сверл. Он так берет такую коробочку, сколько смог, вот так приворочно набрал, высыпал. Они у меня уже 20 лет дома, и пользуются дети, и все этими сверлами. Вот иногда Господь стучится в наше сердце, а мы заглушаем. Мы думаем, что да, это так, это вот плоть противостает. А Писание говорит, братья, мы не должники плоти, чтобы жить по плоти. Поэтому как важно вот слышать голос нашего Господа Иисуса Христа, который неизменный, который вчера и сегодня во веки тот же. И еще давайте мы прочитаем текст Священного Писания, это Матфея, 11 глава, 12 стих. Евангелие от Матфея, 11 глава, 12 стих. «От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его. От дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силою берется, и употребляющие усилия восхищают Его». То есть просто так прийти и перейти вот этот Иордан и овладеть вот этой землей, которую Господь обещал дать этому народу, эту обетованную землю, это так просто не было. Для того, чтобы овладеть этой землей, должны были предстоять вот эти сильные битвы для того, чтобы овладеть этой землей. И поэтому мы прочитали, что от дней же Иоанна Крестителя до ныне Царство Небесное силой берется, и употребляющего усилия Бог восхищает. Поэтому нам нужно бороться, нам нужно побеждать все те козни, которые так часто восстают на нашу душу. Как много мы встречаем различных соблазнов в нашей жизни, когда что-то происходит, и как я поступаю в той или иной ситуации, обращаюсь ли я к Богу. Потому что мы читаем, записано в книге Иисуса Навина, Бог, Он наставлял Иисуса Навина, и Он говорил, это книга Иисуса Навина, 6 глава, то есть 1 глава, 6 и 9 стих. «Будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему, извините, будь тверд и мужествен, ибо ты народу сему передашь во владение землю, которую я клялся отцам их дать им». И 9 стих. «Вот я повелеваю тебе, будь тверд и мужествен, не страшись и не ужасайся, ибо с тобою Господь Бог твой везде, куда не пойдешь». Вот так Бог говорил Иисусу Навину, который, несмотря на все эти трудности жизни, на тот ропот, который он видел в этом народе, и сколько лет они ходили по этой пустыне, он оставался верным. И Господь вот утверждает его веру и говорит, что ты не бойся, будь тверд и мужествен. И это мы читаем также в первом послании к Коринфянам, 16 глава. У кого есть Писание, давайте откроем. Записано также, 16 глава, 13 стих. Апостол Павел пишет так. Первое послание к Коринфянам, 16 глава, 13 стих. «Бодрствуйте, стойте в вере, будьте мужественны, тверды». Вот так говорит Писание. Но если мы не бодрствуем, если вот плоть наша, она превозмогает, тогда мы терпим урон. Тогда мы возвращаемся, как этот народ, мы возвращаемся обратно туда, в пустыню, и ходим по этой пустыне. Но как хорошо, когда мы уповаем на нашего Господа, когда мы верим, мы видим, что тот народ, который был выведен оттуда из Египта, они не нашли тех обетований, той силы, хотя видя ту славу, то могущество, которое Господь являл на протяжении этого пути, по которому они шли, они не понадеялись на Бога, и они пали в пустыне. И пришло совершенно новое поколение. Поэтому пусть Господь поможет нам, чтобы мы, вот читая вот эти слова, где апостол Павел пишет в послании к Коринфянам, «Бодрствуйте, стойте в вере,
Будьте мужественны и тверды, чтобы Господь давал нам силы, эту твердую веру до конца дойти, дойти до той желанной цели. Потому что мы видим, что наша земная жизнь, она очень быстро проходит. И как хорошо, когда в молитве, когда мы молимся за наших детей, когда мы молимся за наших близких, родных, за друзей, которые сегодня, может быть, имеют какие-то переживания, находятся в тяжелых болезнях, может быть, враг сумел повергнуть оземь лицом, и, может быть, мы осуждаем, о, смотри, он не хочет служить Господу, но наоборот, мы должны стоять в проломе за наших родных, за наших знакомых, за наших братьев и сестер, которые сегодня споткнулись на этом жизненном пути. Враг сумел вот сбить с истинного пути. У меня мои родные там в Одессе, в России, они ходили в собрания в свое время, служили Богу, но сегодня они идут этим широким путем, который ведет в погибель. И поэтому как важно сегодня молиться за наших родных, за наших близких, чтобы Господь дал им покаяние, покуда время еще благоприятное, чтобы мы вот могли приобрести вот это духовное богатство. Потому что мы читаем, Священное Писание говорит, что Бог нас обогатил всем духовным этим дарованием. И когда мы в правильном отношении с нашим Богом, когда мы служим Ему, Господь выходит нам навстречу и слышит наши молитвы. В свое время, когда-то я в 79-м году служил в Чехословакии, и вот перед тем, как Афганистан начался, и мы были в Польше, там были беспорядки, и мне казалось бы, да, это все так, ну, дали там патроны, пошли, походили, посмотрели, чтобы не было никакого, там не разбивали витрины магазинов. И я подписал соглашение, что я соглашаюсь ехать в Афганистан для того, чтобы там воевать. А в это время Господь побуждает сердце моей мамы, и она день и ночь молится, что-то произошло с моим сыном. И когда вот эту группу, которая согласилась ехать туда, в Афганистан, мы были уже на проверочных учениях, и мой взвод, я был сержантом, отстрелялся на отлично, и мне командир объявляет отпуск. Я приезжаю в отпуск, мама плачет, а я говорю, мама, не плачь, вот я, все нормально. И когда я вернулся с отпуска, прошло 16 дней с дорогой, эту группу срочно увезли туда, в Афганистан, а я остался. Вот так дает сила молитвы, когда мы с верой приходим к нашему Господу за наших родных, для того, чтобы Господь спас их, для того, чтобы Господь их также привел на свой истинный путь, чтобы мы могли переходить вот этот жизненный Иордан, который мы встречаем на нашем пути, чтобы мы не страшились, потому что, как Господь сказал Иисусу Навину, «Не бойся, не страшись, ибо я с тобою, куда ты не пойдешь». Куда я не пойду сегодня? Где я сегодня не буду находиться, если я буду уповать на моего Господа? Господь даст мне силы, чтобы я мог следовать за Ним и быть спасенным. А сейчас время для молитвы. Давайте мы склонимся и помолимся. Сила, кто понял?
сказал Господь, и земля дала плод свой, мой Бог, всемогущий Бог. Он совершил суд над Содомом за грех, прощение только через Голгофский крест. Нельзя нам этот подвиг Голгофский забыть, мой Бог, всемогущий Бог.
рождения, венчания, счастья прежде всего. Дарит нам пожелания счастья. Можно купить с глубокого экрана, каждый час нам твердит обещанной рекламе. Нам преграда к счастью нет, учат с самого детства, в цели оправдывает в жизни всякое средство. Нет способности, что ж, есть и пути, и покруче. Хитрость, ловкость, да пусть и ложь, лишь бы нам было лучше. Говорят, не в деньгах настоящее счастье, оно в чаще в домах, где любовь и участие. Только не берегут эти хрупкие чувства, их легко передают, потом расходятся с грустью. Кто-то в горьком вине топит все неудачи, кто-то ищет на дне счастье миг в этой чаще, а иной с юных лет утапливает в возврате. Для таких счастья нет и не будет возврата. В чем же счастье секрет может быть на планете? Счастья этого нет, сочинили поэты. Счастье — это вера во Христа и надежда на Бога. Счастье — в муках, крестах, на тернистых дорогах. Счастье — это ближних любить, за врагов помолиться и себя победив, пред Богом смириться, чтобы была доброта, простота и сердечность, чтобы увидеть Христа и наследовать вечность. Слава Богу. I
весь грех мира на себе мой Христос был распятым на Голгофском кресте. Всех имен и все богов святы, святы.
святый, ты выше всех имен и все богов святый, она ведет, кто грех свой победит, вечную жизнь войдет. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать верою обрести. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти, вечную благодать.
есть. Главное не свернуть, главное прямо ввысь. Вера нелегкий наш путь, но нет путей иных, чтобы к Христу прильнуть в царстве Его святых. Вера нелегкий наш путь, но нет путей иных, чтобы к Христу прильнуть в царстве Его святых. Дашь славы мне венец. Верю, что день то придет, примешь меня, Иисус. Верю, ты мой Господь, верю, не постыжусь. Верю, что день то придет, примешь меня, Иисус. Верю, ты мой Господь, верю, не постыжусь. Нужно Иисуса искать, нужно Его найти. Вечную благодать верою обрести. Слава Богу. Слава Богу. Господь пред Тобой, что недовольны бываем судьбой и забываем, что скоро уйдем на небеса в Твой сияющий дом.
мы виноваты, Господь, пред Тобой, что недовольны бываем судьбой и забываем, что скоро уйдем на небеса в Твой сияющий дом и забываем, что скоро сияющий дом. Приветствую вас, дорогая Церковь, любовью Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Слава нашему Господу, что Он нам дал силы, здоровье и вот во второй раз прийти сегодня на это богослужение. Знаете, я очень рад и благодарен всей нашей молодежи, и которая здесь сидит, и которая в рядах сидит. Благодарю вас, дорогая наша молодежь, что вы сегодня с нами. Как-то Иоанн записал в своем слове: «Для меня нет большей радости, братья и сестры». А в чем для него не было большей радости? Как видеть детей своих, ходящих в истине. Как хорошо, что вы сегодня здесь, в доме молитвы, что вы не пошли на поля Моавицкие. Дьявол столько много расставил и для нас уже в годах, и для пожилых, для всех, а для молодежи особенно.
прелестей, чтобы подобно, вот как Дина, вышла посмотреть вот на те народы, которые вот окружали их. А вот сегодня наша молодежь не пошла, слава Господу. Будем молиться о нашей молодежи, о наших подростках, о наших детях, чтобы они были с нами, чтобы они ходили в истине, чтобы наше сердце было радостно. Ну и сами мы, чтобы были в истине. Аминь. Аминь. Мы в прошлый раз с вами читали из святой книги Библии место Священного Писания, которое записано евангелистом Лукой в 12 главе 35 стихом. И мы читали такие слова: «Да будут чресла ваши припоясаны». Вы помните, братья и сестры, я только чуть-чуть кратце их напомню, потому что, ну, все равно наша память, у нас столько проповедников, у нас столько информации, ну, мы можем забыть. Я только чуть напомню, о чем мы с вами размышляли. «Да будут чресла ваши припоясаны». Кто это сказал? Это сказал сам Христос. Для чего? Для чего Он это говорил? Он говорил для того, чтобы мы с вами были готовы встретиться с Ним, чтобы у нас была всегда готовность для встречи с Ним. Для этого нужно, чтобы чресла припоясаны. И помните, мы говорили, что для того, чтобы нашего внутреннего человека припоясать, то что же нужно припоясать? И Петр нам отвечает и говорит, вот в 1 Петра записано, в 1 главе 13 стихом: «Припоясавши чресла ума вашего». Вот что мы должны припоясать. Мы обязаны, чтобы... Это одно из условий, чтобы иметь готовность встречи со Христом, нужно припоясать свой ум. Вы помните, мы чуть-чуть рассуждали, что наш ум, вот, наверное, по причине грехопадения, он несовершенный и часто и помраченный бывает. И если его не припоясать, он и туда идет, и туда, и туда, и туда, и выбирает то, что нашим чувствам приятнее. Я как-то читал за детей, вот, говорит, мы даем им лекарство, и оно очень важное, очень нужное, но горькое. И вот они попробуют, как мой внук говорит, ноу, сразу, вот. Как ноу, это нужно для тебя, ноу, а почему? Оно мне не нравится. А раз оно мне не нравится, значит, оно плохое. Вот так наш ум. А что-то сладенькое, оно может быть отвратительное. Говорят, вот эти фастфуды, да всякие вот эти напитки, они очень вкусненькие такие, и шипящие, и хрустящие. А они нам не полезны. А ум говорит, надо кушать. Ох, какой хамбургер, такой толстый, хороший, его надо закушать. Закушал, потолстел, теперь надо как-то похудеть. И одни проблемы. А это наш ум. Говорит, чем отличается разум от ума? Разум тоже накапливает информацию. Есть много людей умных, но неразумных. Разум еще и имеет такую способность, он еще и рассматривает, а что лучше для нас будет. Но тем не менее, помните, псалмопевец говорит такие слова. Нет, это не псалмопевец, это... Екклезиаст, кажется, говорил такие слова. Он говорит, что «надейся на Господа всем сердцем и не полагайся на что? На разум твой». Хотя он вроде бы же лучше, он что-то выше, тоньше, но без припоясания и разум даже не надо надеяться на него. На Господа надейся. И вот апостол Павел, как бы в созвучии с апостолом Петром, он говорит уже такие слова Ефесянам, когда пишет в 6 главе 14 стих. Он говорит такие слова: «Припоясавшись чресла ума вашего истиною». Чем нужно припоясать? Ничем иным другим,
только истиною. А истина, Христос говорит, «Я есть истина». Истина – это Слово Божие. Сегодня с нами это Слово Его и Дух Святой, который учит нас Слову Его. Вот что мы необходимо нам сделать – это припоясать чресла ума нашего истиною, чтобы нам иметь вот готовность встречи с нашим Господом. Это одно из условий, которое необходимо исполнить. Много есть таких вещей. Вот с электрикой говорит, не трожь. Надо или перчатку одеть резиновую, или какие-то изолированные вот, там пассатижи, другие вещи, чтобы тебя не ударило. И если человек пренебрегает этим, его может ударить, а то даже и может убить. Вот так и слово нас, оно учит, что нам полезно, что необходимо нам. И знаете, вот вторая часть этого стиха, Луки, 12 глава, 35 стих, написано: «И светильники горящие». То есть мы должны быть припоясаны, наш ум должен быть припоясан истиною, и еще и светильники горящие. А что же это за светильники? Вот мы пришли, у нас свет горит, зачем нам светильники? А Библия говорит, и светильники горящие. Я знаю, что вы, братья и сестры, знаете. Я просто хочу вместе с вами еще раз вспомнить, прочитать. Это могут не знать те, которые только первый раз пришли на собрание. А мы с вами просто вспомним, чтобы возобновить в памяти, что же есть светильники горящие. Гореть можно по-разному. Вот смотрите, даже сегодняшний день, да? Утром мы еще горящие, мы пришли в собрание, такие бодрые, горящие все, а вечером уже и не горящие. Кто-то кашляет, кто-то спина болит, у кого-то что-то еще. Все-таки пришли, и слава Господу, уже не так горим, уже устали, потому что мы во плоти. Но о чем же говорит слово? Что светильники обязательно должны быть горящие. Они не просто, можно, пусть горят, а нельзя, пусть и не горят. Вот они обязательно должны быть горящие. И вот мы читаем, что же такое светильник. И Библия нам говорит, что, вот мы когда читаем притчи 6 главу, 23 стих, «Заповедь есть светильник». Оказывается, заповедь – это тоже светильник. Так говорит Соломон в притче. Заповедь, чья заповедь? Божия заповедь. Есть светильник. И дальше мы читаем такие слова. Уже псалмопевец говорит. «Слово Твое, светильник ноге моей». То есть, что есть светильник? Одно из многих вещей, которые говорит Слово Божие, которое говорит Библия, является Слово Божие. Светильник – Слово Божие. Но что еще может быть светильником? Что говорит Слово Божие? Вот смотрите, в притчах 13 главе, 9 стих написано, «Свет праведных весело горит, светильник же нечестивых угаснет». И много-много таких, я просто, чтобы не утомлять вас, пару или один стих прочитаю, чтобы мы просто вспомнили. О чем это говорит? Это о жизни, дарованной Богом. Если человек праведен пред Богом, он его благословляет. Если он нечестив, он со временем угаснет. То есть он о жизни, дарованной Богом, говорит. Дальше мы читаем такие слова. Иоанн записал в 5 главе, 35 стих, об Иоанне Крестителе. «Он был светильник, горящий и светящий». Это сам Иоанн был светильник. То есть не сам Иоанн, а жизнь его –
жизнь Иоанна Крестителя, она была горением. Это был как бы светильник, горящий и светящий. Мы читаем в Откровении, помните, когда ангел говорит, что, то есть мы о Господе читаем, что он говорит, ходит по среди светильников. И кто эти светильники? Это церкви, поместные церкви. И о многом, вот Библия говорит о многом, но вот мне хотелось бы напомнить, помните, вот в 25 главе Матфей пишет такие слова, даже не то, что пишет слова, а слова самого Господа нашего и Спасителя Иисуса Христа. Тут с самого первого стиха он говорит: «Тогда подобно будет Царство Небесное десяти девам, которые, взявши светильники свои, вышли навстречу жениху. Из них было пять мудрых и пять неразумных. Неразумные, взявши светильники свои, не взяли с собою масла. Мудрые же вместе со светильниками своими взяли масло в сосудах своих. И когда жених замедлил, то задремали все и уснули. Но в полночь раздался крик: «Вот жених идет! Выходите навстречу ему!» Тогда встали все девы те и поправили светильники свои. Неразумные же сказали мудрым: «Дайте нам вашего масла, потому что светильники наши гаснут». А мудрые отвечали: «Чтобы не случилось недостатка и у нас, и у вас, пойдите лучше к продающим и купите себе». Когда же пошли они покупать, пришел жених, и готовые вошли с ним на брачный пир, и двери затворились. После приходят и прочие девы и говорят: «Господи, Господи, отвори нам!» Он же сказал им в ответ: «Истинно говорю вам, не знаю вас. Итак, бодрствуйте, потому что не знаете ни дня, ни часа, в который придет Сын Человеческий». Смотрите, вот мы прочитали эту притчу. Но в чем разница? Вот, говорит, пять мудрых было и пять неразумных. У всех были светильники, у всех было Слово Божие. Все они вышли навстречу жениху, все они как бы ожидающие. Но в чем у них разница? И только в одном. Кажется, ну что там, ну мелочи такие. Ну они не взяли масло в сосуды свои, а другие взяли. Ну и всего лишь навсего. Сегодня Валерий Петрович прочитал перед служением как раз о сосудах. Вот что такое сосуды? Сам человек является сосудом. И мы слышали, что кто будет благопотребный, какой сосуд будет благопотребный, который в чести. Вот человек является сосудом. Все они, на первый взгляд, все хорошие, все правильные, все девы, все со светильниками и все с горящими светильниками. Но такое промедление пошло, и все немножечко устали ждать, видимо. Вот так вот на протяжении, вот смотрите, уже вот почти 2000 лет уже скоро будет, как Христос вышел на проповедь. Уже пройдет уже почти 2000 лет. И из года в год, я помню, еще я самый маленький был, а потом уже возрастал, уже подростком, а потом юношей. И всегда наши братья говорили: «Скоро, скоро придет Господь». И вы знаете, вот дьявол такой хитрый, некоторым он вложил в сердца: «Ну и где Господь?» И некоторые отошли. И некоторые не стали идти путем Господним. А некоторые просто устали. Вот как мы сегодня с вами, немножечко аж устали. Устали. К вечеру всегда устаешь. Вот. Так вот и в жизни христиан устали. Ну вот раздался
крик, жених идет! Все ободрились, поправили светильники свои, но одни видят, что масло кончается. Тухнут светильники, надо подлить масло. А масла нет в запасе. Казалось бы, такая мелочь, а какое серьезное положение. Без масла светильник не горит, а без светильника я не имею права встретить жениха. Я не могу с ним войти на пир. Надо же, чтобы масло, дайте этого масла. Но никто не мог дать масло. Мудрые взяли это масло в сосуды. Смотрите, интересно, что же это за масло? Что так необходимо, чтобы горели светильники? Вы помните, вот когда ученики были со Христом, им было так хорошо. Они все горели, они все были пылкие. Даже такое доходило, что Христа не приняли. Господи, а ты нам разреши, повели, и мы сейчас огонь наведем, как Илия, и всех сожгем. Мы такие крепкие, мы такие. Приходят, Господи, посмотри, нам бесы повинуются. Ты нам вот дал такую власть, нам бесы повинуются, и они такие горящие, такие вот сильные. Но приходит время, взяли Христа, взяли слово от них. И что случилось? Петр, такой сильный, ревностный, искренний, не лукавый, искренний. И еще раз повторюсь, такой сильный муж, смотрите, убоялся. Нету силы, нету того горения. Почему? Или помните Иуда? Он же был призванный, он его призвал Господь. И не просто призвал за собой просто идти, а призвал на служение. Он даже служил, он ящик с пожертвованием носил. Это тоже немаловажное служение. Но вот пришло время, и почему-то у него не стало разума. Его останавливает сам учитель и говорит: «Иуда, для чего ты сюда пришел? Остановись, подумай, поразмысли». И это он не для себя это делал. Он так скорбел о этой душе. Иуда, для чего ты пришел? Он и до этого неоднократно намекал, напоминал, указывал. Но почему-то вот Иуда не внял этому. Потом он говорит: «Иуда, прямо, говорит ему, Иуда, целованием ли предаешь сына человеческого?» И тут не внял, он подходит, целует. И вот уже взяли Христа, его уже бичуют, над ним издеваются и приговорили на смерть. Иуда в таком состоянии, он говорит: «Я предал кровь невинную». Казалось бы, осознал, все хорошо осознал. Идет и вешается. Почему? Почему? Или помните, двое идут из Иерусалима, это у Луки в последней 24 главе там описано. Они идут из Иерусалима, и, видать, они нерадостные шли. Они о чем-то идут, разговаривают, их лица печальные. И вот подходит к ним сам Иисус воскресший. Но их глаза были, написано, удержаны. И Иисус говорит: «А о чем это вы беседуете? Чего вы так печальны?» А он говорит: «Ты что, один из тех, которые были в Иерусалиме, и ты не знаешь, что произошло?» «А что произошло?» «Да вот был человек, имя ему Иисус, и вот он был такой, и мы думали, что он Мессия, а он уже третий день в гробе. Представляешь? Ну вот наши женщины нас удивили, говорят, что вроде как он воскрес». И он
идет с ними и начинает им говорить слово. Само слово идет рядом. Сам Иисус, это слово Бога, он идет рядом с этим Клеопой и его другом и разъясняет им слово Божие. И потом, когда они дошли до селения, и он такой вид показывает, что он идет мимо. И этот Клеопа, и его друг, вот у них вот что-то такое внутри, они... А зайди к нам, не надо идти тебе дальше, побудь у нас, переночуй. И он заходит к ним, заходит, беседует, а потом берет и преломляет хлеб. И когда он преломлял хлеб, их глаза открылись. Они увидели, что это учитель. Но его не стало с ними. Он не стал видим для них. И они... Мы не видим, что они этот хлеб вкушали. Они разворачиваются и идут снова назад. Наверное, не идут, а бегут. И потом друг другу говорят, а не горело ли наше сердце? А не горело ли сердце наше, когда Он нам изъяснял Писание? Наши же сердца горели. Почему мы Его не узнали? Друзья мои, почему их сердца горели? Потому что Слово, оно не только шло с ними. Слово, оно коснулось их сердец. Оно вошло вовнутрь. Потому они не стали быть равнодушными. Потому они загорелись. Потому ушла усталость. Ушло это уныние, разочарование, печаль ушла. Слово вошло вовнутрь. Друзья мои, сегодня нет Христа с нами во плоти. Но помните, что Он сказал своим ученикам, потом апостолам. Он говорит, я ухожу от вас, но я не оставлю вас сиротами. Я пошлю вам другого утешителя. А кого, братья и сестры? Духа истины, который наставит вас, научит, который поддержит и который прославит имя мое. Так какое же масло взяли мудрые девы. Они впустили Слово. Дух Святой вошел в их сердца. Они впустили это Слово, Слово Бога. А другие, они потому неразумные, что они в свои сосуды не взяли этого масла, не взяли этого елея. Не взяли Божьего Слова, не взяли Духа Святого. А кто возогревает этот огонь? Кто делает, чтобы он горел? Только масло. Огонь Божий, он только тогда горит, когда там присутствие есть самого Бога. Помните, Моисей пас овец, сколько он раз ходил этими вот полями, пас этих овец. И вдруг такое явление, куст загорелся. Ну, загорелся. Ну, странно, сколько времени горит и не сгорает. И он идет посмотреть на это явление. Очень образованный человек, ищущий человек. И он подходит недалеко до этого куста, а оттуда голос. Моисей! Сними обувь твою, то есть остановись. Здесь присутствие Бога. Здесь находится сам Бог, потому куст горит. Друзья мои, приходит время, когда человек устает ли, или может у него какие-то разочарования, или он стареет. Вот мы посетили нашего брата Ивана Ивановича вот в четверг. Ему исполнилось 90 лет.
хотим мы или не хотим, но плоть наша, она тлеет. Она тлеет. И тяжело в этой уже плоти становится жить. Пока молодые, человек и прыгнул, и перепрыгнул, и побежал, и все. Я когда-то тоже прыгал, перепрыгивал, все. А сейчас думаю, а где, как наступить, чтобы не упасть там, все. А потом думаю, а перепрыгнули, а как оно, что? А раньше даже не задумывался, да перепрыгну, да и сделаю. А тем более, когда еще старше становится человек, уже ему тяжело жить. А дьявол, он остается дьяволом. Он и молодых хочет увлечь с пути истины, и пожилых, и через любые вещи он хочет увлечь. И как важно взять в сосуд, в самого себя слово жизни, чтобы там жил Дух Святой, который прославляет Иисуса Христа, который учит Слову Его. Как это необходимо, чтобы Слово пребывало внутри, чтобы это масло всегда было в запасе, чтобы, когда внешнее становится уже угасать, чтобы было чем подпитать этот светильник. Многие люди, которые называются именем Господним, на первый взгляд, они вроде бы верующие, они вроде бы берут светильники, они берут Слово Божие, они даже другим говорят, но нету у них внутри этого слова. Как важно, чтобы это слово было внутри, для того, чтобы встретить нашего Господа, чтобы иметь эту чудную встречу. Вы знаете, это уже как-то, уже как бы другая тема о свете, но хочется коснуться. Когда светильник горит, он дает свет. Он дает свет. И Христос говорит: «Вы – свет мира». То есть, когда наши светильники горят, когда у них есть подпитка, то мы, уповающие на Господа, мы являемся светом мира. Мы не только сами готовы встретиться с нашим Господом и Спасителем Иисусом Христом, что очень важно, но мы можем осветить и другим путь ко Христу. Мы можем осветить этот путь к нашим детям. Как важно, чтобы и наши дети увидели этот свет Христов в нас. Очень важно. Нам Господь дает детей. И говорят: да ушел, ушла. А почему они ушли? А может быть, я в чем-то что-то виноват? А может быть, мне надо вернуться и посмотреть, а где я, может быть, сошел, где-то мой светильник не так освещал. То благослови нас, Господь, помнить, что это очень важно и для наших детей. Вы знаете, мне понравилось очень такое, понравилась такая история. История за одного мальчика. Написано, что один мальчик пришел со школы, он был маленький, пришел со школы, может быть, кто-то читал, и маме принес письмо от учительницы. Он еще, ну, не мог еще читать, и пришел и принес маме письмо. Мама взяла это письмо, открыла и стала читать. И по мере того, как она читала, она стала плакать. Ну, сынок стоит, смотрит и ждет, пока же мама что расскажет. Вот. И вы знаете, когда она перестала плакать, она сказала ему такие слова. Мальчика звали Томас. Она говорит: Томас, я сейчас прочитаю тебе это письмо. Тут знаешь, что написано? Учительница пишет: ваш сын – гений, а наша школа настолько маленькая, и учителя
ну, не могут учить вашего сына. Вам нужно его забрать и учить самим, потому что он гений. Прошло много времени, сын вырос, он на то время уже стал одним из величайших изобретателей века. Его звали Томас Аква Эдисон. И когда мама умерла, он перебирал какие-то там бумаги, и раз ему попалось письмо, которое когда-то он принес маме, он его открыл и стал читать. И когда он его стал читать, он стал сильно плакать, потому что там было написано: «Ваш сын, он, нет у него такого разума, он слабоумный». Он слабоумный, поэтому он не может учиться в нашей школе. Вы должны его забрать домой и сами его обучать. И он очень плакал. А потом написал такие слова. Вот я и не записал, на память скажу. Он записал: «Томас Аква Эдисон был слабоумным мальчиком, но благодаря героичеству своей матери и ее прекрасному характеру, ее усилиям он стал великим». Друзья мои, если мать, чтобы сын обрел вот временную такую вот благодать в этом мире, приложила старание, то насколько же мы должны прилагать старание, чтобы наши дети, они обрели вечное счастье. Да, они выбор сделают, но очень важно, как горит наш светильник. Живет ли Дух Святой в сердце нашем? Имеем ли мы в наших сосудах масло, что когда светильники при каких-то обстоятельствах начинают тухнуть, мы могли бы их заправить? Да благословит нас Господь, чтобы и мы были готовы к встрече с нашим Господом. И наши дети – чтобы радовали наши сердца своей верой в Господа. И мы читаем слово, говорит: «Ибо немного, очень немного, и грядущий что сделает? Придет и не умедлит. Праведный верою жив будет, а если кто поколеблется, не благоволит к тому душа моя». И апостол Павел говорит, что мы же не из колеблющихся. Я верю, братья и сестры, да, мы утомлены. Мы часто утомляемся, но благодарность Господу, что мы не из колеблющихся. Благословит нас Господь, каждого брата, каждую сестру, всегда помнить, что еще немного, очень немного для нашего брата Ивана Ивановича Паничерского закончился путь. Он уже встречу имеет. Он сегодня в 12 часов, он ушел в вечность. А мы еще на пути. И я не знаю, сколько нам еще пути. Может быть, сам Христос придет, а может быть, мы уже его встретим. Кто-то сегодня вечером, кто-то завтра утром. То благослови нас Господь, чтобы мы прислушивались Слова Божьего, чтобы через слова ума нашего были припоясаны истиной, и светильники наши горели, и в сосудах наших было масло. Аминь. Аминь. Помолимся нашему Господу. Братья мои и сестры, на этом наше собрание подходит к своему заключению. Следующее, если Господь позволит, будет уже на неделе, в четверг в 7 часов вечера.
и затем следующее воскресенье, как обычно, в 10:06. Сегодня после окончания этого собрания молодежного общения не будет. Поэтому, дорогая молодежь, пожалуйста, примите это к сведению, что сегодня молодежного служения, общения после окончания этого собрания не будет. Как уже вот Николай Иванович напомнил, сегодня отошел в вечность еще раз Иван Иванович Понечерский на 91-м году жизни. И предположительно похороны будут в пятницу на кладбище, в пятницу 19 августа. Но если будет какая-то другая информация, то связывайтесь прежде всего с родственниками, ну или сможете мне позвонить, если у меня будет уже к тому часу обновленная информация. Поэтому будем молиться о том, чтобы Господь благословил и послал утешение всем родным и близким по случаю разлуки. Ну, сейчас брат Сергей Загородний сделает объявление, пожалуйста. Приветствую, дорогая церковь. Вы уже догадались, что я по поводу Аваны. Да, это так. Друзья, мы начинаем нашу Авану уже с следующего месяца. Планируем 15 сентября. Почему, так вы скажете, что мы опаздываем? Ну, потому что многие учатся, многие начинают все дела устраивать, и это нам немножко сложно, допустим, начать с 1 сентября, с начала сентября. Поэтому мы так планируем. Более точную дату мы объявим, немножко, может быть, пару недель позже. Но объявление у меня еще другого характера. Друзья, мы начинаем Ивану, у нас хорошая команда, мы трудимся в этом, но мы нуждаемся, чтобы иметь еще лидеров. Это интересно. Я думаю, что вы знакомы, кто такой лидер, который проводит и в малых группах служения, который беседует с нашими ребятами, с тинейджерс. Ну, проводит серьезное служение. Это не служение просто иметь фан. Это служение, которое в руках с Библией, где нужно к этому готовиться и делать это ответственно. Поэтому я хочу, кто желает быть вот в этом служении, иметь лидерство. Подойдите, пожалуйста, первое. Вот у нас два директора Аваны, Спаркс и ТНТ. Это Виктор Соловьев и Виталий Михов. Братья, ну подойдите, что вас увидели, а то вас, может быть, не знают. Вот, это у нас два. Спасибо. Лидера, подойдите к ним. Если, может быть, вдруг этот, можете подойти ко мне. Мы побеседуем с вами. Но еще раз хочу предложить вам, у нас будет митинг вот по этому поводу, по этой теме 25 августа, это следующий четверг, в 7:30 в нашей церкви, только в комнате conference room, где мы проводим Авану. В 7:30 в четверг. Помолитесь, поговорите со своими семьями. У нас нет requirement по поводу возраста. Ну, конечно, старшее поколение, вам тяжело немножко будет бегать с детьми. Ну, желательно молодое, но пусть будут женатые. Поэтому пусть Господь вас благословит, чтобы это было посвящение, конечно, от Господа, ответственность, верность. И тогда мы сможем вместе с вами дальше работать. Пусть Господь всех вас благословит. Спасибо. Нужды к молитве. Прошу помолиться Господу о благополучии пути в России, туда и обратно. Сестра Тамара просит нас об этом молиться. Родители и родственники просят церковь помолиться об их дочери и родственнице, которая в тяжелом физическом и душевном состоянии или болезни. Верим в помощь от Бога по молитве церкви. Такие у нас сегодня нужды к молитве. И встав, еще раз мы все вместе представим пред Господом молитву.